Блаженный Афанасий говорит о храмах. Здорово, конечно. А у змеи мудрость какая? Жалить? Нет, это не мудрость. Главная мудрость жене змеи, она, говорит, меняет кожу, раны какие были, она все весной вылазит из шкуры, где-то залезет близко к орешке, и она там трется около рта, а дальше вылазит, вылупается. И главное спасти голову. У нас голова – это вера. Сохранить. Сохрани веру, чтобы с тобой не было. Все, другого тебе уже не надо. Веру – это голова. А остальное – это даже хвост отрубишь – это ничего. Он есть ящерица, у нее вырастает обратно, ногу оторвешь, нога. Но бывает, иногда природа ошибается, вместо хвоста нога вырастет, а вместо ноги хвост. Смотри, сколько разных рассуждений. И нам Бог это просто подкладывает сегодня. И все для того, чтобы не зря мы праздновали. А ты бы сказал, владыка, давайте я позвоню. Брат, он придет тут? Ну а что звонит? Ты позвони, ты заходил к нему без звонка, заходил. Ну и приди, почему не скажешь? Я скажи. Мне это неудобно. Ну что, я говорил. Я что там? При людях там когда? Там и нет такого, чтобы поговорить, там совсем другое. Я приглашенный, вот я бы стал ему говорить. Там. Ну, кого-то Бог изберет на это дело? Ну, кого-то изберет, может быть. Пусть кого-то изберет, а меня не трогает. Ну ладно, во славу Божию. Чаю попьем? Я тебе сейчас...